Итак, всем привет, с вами Рейнджер, и мы начинаем, точнее, продолжаем проходить Call of Duty Modern Warfare 3. И сейчас мы проходим задницу за американскую армию, если не ошибаюсь. Сейчас мы должны попасть в бункер президента. Ну, и это если не будет на память, собственно. Так, один патрон. Это чтобы застрелиться, да? Там останется застрелиться. Так. Вот, сюда кушать, все не поймешь. Ладно, давайте пойдем дальше. Вот сюда. Очень много раненых. Вот там зубы болят. Вот и глаза там в текстуре. Чуть не понятно. Здесь все валяются. Какая-то темная комнатка. Так. Тут кому-то глаз прострелили. Так, М16. О, вот это я. Вот это вот мне надо, слушайте. Ну, ладно, короче, беру вот это и вот это. 4-1 и М16. Икс. Капитан Бакер, капитан. Вот Шфоли, он самый нормальный. Нам нужно выиграть для них немного времени. Крутой мужик. Все красиво, опять окопы. Первая мировая, вторая мировая, точнее. По собственному желанию, 1-5. Это лучше не скажется. Пошла очень эпическая музыка. Так что не жалуйтесь, если не слышно будет. Сорки, если не слышно, конечно. Такую музычку можно расплакать. Кого-нибудь. Или чего-нибудь. Так. Саундтреки писали, ясно, где умные люди. Так. Пошли в поле. Я с тобой иду в поле. Так, надеюсь, нам не придется тут прибить. Так. Опаньки. Пошли, ё-моё, только чё вы фигню через эту дырку-то лезете? Ладно, как скажете. Конечно. Или будешь придется держаться от них подальше. Так, тихо. Ну, гранатомет у меня есть, но я пока не хочу им пользоваться, сорки, конечно. Что, если я вас обижу, американская армия? Мне как-то не очень охота пока стрелять с гранатометом. Я хочу побаловаться с М4А1. Мы внутри, продвигаемся наверх. Подтверждаю, оверлорд принял. Так, что-то у них еще-то есть, ничего больше, ладно. Давайте полезем дальше. Текс. Вон они. Сюда. Получите, распишитесь в окошечко. Конечно, покидают. У них просто шансов нет против нас. Ведь они глупые русские, это я не знаю. Хотя я сам русский, но, по крайней мере, тут большинство очень глупые. Вот русские представляют, так что я не имею права других. Так что придется их быстренько всех высечь. Да и то, может быть, дела, это какие-то чурки там. Чеченцы, может быть, они русские. Просто я знаю русские, как пальцы, вот и все. Ну, мало. Все может быть. Не все нам раскрывают. Поэтому приходится принимать информацию на ложечке. Многие делают. Понял, 2-1, доброй охоты. Доброй жопы, блин. Прикольная жопка нам сейчас будет. А хотя нет, доброй жопки сейчас не будет. Это потом будет. Сюда, неприятель подавлен в секторе 2-эхо. Понял, 2-1. Так, прострел, я ВХ, все, я признаюсь, я ВХ. Нифига себе. Это же капитан.
слышу, Капитолий, да. Гантер 2-1, внимание, противник в юго-западной части, на пятом этаже, обстреливает точку эвакуации. Конечно, отбой. Сейчас придется помогать эту книжку, наверное. Тихо-тихо-тихо, успокойтесь. Не собираюсь вас быть тихо-тихо. Дверь назвал вас очень тупыми, ладно, извините. Но, иногда вы точно тупые. И это отрицать никто не будет. Это что, Так, сейчас полезу вверх. Вас понял, 2-1. Быстренько там все зачищу. Оверлорд, мы тут на пятом все мертвые. Продвигаемся к юго-западному линии. Вот как все стрёмно выглядит. Вас понял, 2-1. Какое-то движение. Следите за своими секторами. Угу. Следим просто офигенно. Так. Проверьте углы. Ух ты, где сколько вас тут? Тихо, успокойтесь, тихо, тихо. Тихо. Все, вроде все умерли. Бояться нечего. Там вроде тоже никого. Такая. Ой. Текс. Еще они, блин. Успокойтесь. Куда уходите, блин? Только вас нашел, кто бы ходить-то собирались. Ну что, гранаты не кидать, самому, да? Распишитесь. Сам умный, честно. Его. Ну, сейчас быстренько все так. Оп. 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 Все кого-то убили. Ошибся. Вот сейчас вот кого-то точно убил. Так, все. Типа здесь, наверное, джевелин брать. Оверлорд, вас понял. Так. Точку эвакуации у монумента Вашингтона да. Покинуло несколько транспортов, но они под угрозой. Можете их прикрыть? Конечно. Прием. Так, собственно, кого там? Спасибо, капитан, чем есть. Мне придется делать ради тебя. Ну, все здорово. Так, еще парочку звали. Быстрее, бежим добраться до крыши.
хорошо. Не успею. Не успею. Даже не успею. Ой, извините. Человечек. Так. Добегу. Я успею. Фолли, давай, 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 давай. Все. Садимся. Все. Сейчас будет киборг небольшой. Надо будет управлять пулеметом. Надо будет прикрывать. Все там мау делали, печалька. Конечно, с воздуха. Если нас вертушки не забьют быстрее, чем, скажем, АБД. Аккуратно, сейчас все проносим. Тихо-тихо. Ага, эти профилы самые сложные. Все. Вроде все, да. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Сейчас всех их перебьем. Чтобы не подавились. Все. Конечно, блин. Они еще попадут нафиг. Аккуратнее. Так, мазафон. Капец. Давай, давай, давай. О, у нас не было шансов. Что-то мы попали в жопу какую-то. Точно. Капец. Надеюсь, нас не убьют. А чего мы горим? Ручки горят печально. Надеюсь, нас не убьют первым, а? Ладно. У меня есть патрон, но я пока тратить не буду. Короче, их умно. Очень аккуратно. Так. Конечно, экономно. Так. Сейчас. Так, мне еще парочку патронов есть, но все. Капец. Нас прикроют? Нет.